Итак, всем привет, с вами Зазепа и кто? Обзовись. И Капкан, короче. Давай, погнали на 220-ках. Дед Капкан. По традиции. Дед Капкан. Дед Капкан. Дед Капкап. 12 августа 2015 года, 5 лет, как я играю в эту игру. Вау. Я тоже, кстати. Тебя не звали. Ой, да ладно, Ability 2. Я его выиграл в группе ВКонтакте, когда она еще была вообще никакой, не популярной. Там меня раздавали всем подряд, просто еще публики не было. Каким раздавали? Нет, я там ИСА в конкурсе нарисовал первого, типа второй рисунок из 5. И мне дали приз зрительских симпатий. Как ты его... На стене сообщества. 2D. А, на стене. И сбоку. Че, налево лишил? Все-таки. А? Я направо поеду. Там у тебя чек. СТшки одни, у тебя там один КВ будет. КВ тоже надо разобраться. У них, кстати, СТшка 34, которая самая верхняя, надо ее побаиваться. Блин, неплохо тут пинг стал. Под 160. Знаешь, что чувак на Черчилле третьим хочет к нам в взвод. А как он? А я сейчас гляну. Сейчас гляну. Он желтый, блин, но у него ХВМ есть. Знаю, Черчилль, тем более у него пониженный уровень боев же. Там твой кролик играет почти. Можно его пригласить. Давай его пригласим. Кролик? Каком вообще? Вот это ты с бара или откуда там? А, ёп! Не, давай его не будем приглашать, что-то. А то я ему денег должен. Не надо и лучше. Да я смотрю, центр вообще оставили. Эти же могут там прикатиться. Смотри, сколько тем более не СТ, а даже легких танков. 34-ки все здесь. Так разбирайте их всей этой толпенью. Только я смотрю, вас разбирают. Троек наших. А есть, это... короче, как Дексти врываюсь. Этот пост на тройке вообще в меня влетел. Плотность которой. На 3 хп себе. Ишь ты, они, блин, меня пробивают. 34. Слышь, чувак. Мне тут, блин, жопа приходит. Да я сейчас с этими разберусь. И вернусь. Разберешься и вернешься? Да. Главное ж победа. Ты давай назад отступай. Чтоб меня не обошли, лучше сниму. А, ну у нас да все. Не, я разберусь здесь. У нас все. Я на базу. Ой, там ой, горит, хорошо. Там ЛТшки на базе, сейчас захватим. Куда же ты? Ты видишь, что на базе происходит? Да, вижу, вижу. Сейчас я вернусь. Сейчас батька вернется. Ой, там Хетцер. Да там... Я говорю, Хетцеру повезло, что он их отвлек. Сейчас хоть есть шанс сбить. Я КВ пару раз пробил этот. Башню, что ли? Я тебя так обрадую, у них одни красные остались. Да я понял, они сразу бы захватились, если бы люди. Да блин, третий уровень. Я, блин, 7000 боев, 196 КПД, это что-то невообразимое. Базик решил спрятаться, короче, за переездом железнодорожным. Я вижу. Слушай, блин, а давай возьмем этого Черчилля. Пусть сами поездит. Он там как, нормально справлялся? Он же... А, он жив, я его не вижу. Сейчас посмотрим по урону. Что, посетил вчера мероприятие? Мероприятие какое? Закрытое, варгейминге. А? Нет, не посетил. С салатами там, с винцом.
Какое мероприятие? Я вчера бухал, блин, у брата. Я тебя потом добавил в рогивинг, когда ты не понял, о чем я. Что ты решил, что не понял? Чтобы еще тебя за... Так вот. Давай, я не знаю, смотри, если хочешь, бери его во взвод, не хочешь, хрен с ним. Ну, пофиг, пусть. Вроде что-то настрелял. Вперед, Черчилля. Мы такие, знаешь, неразговорчивые. Что тут разговаривать на этом уровне боев? Тут все ясно. Сидели, так знаешь, жестко так игнорировали все его запросы. У нас чат забанен или выключен? А нет, как он может быть выключен? У тебя что, чат забанил, что ли? Ну а вдруг? Ну ты проверь. Нет, я вообще говорю, я ничего не пишу. А, ну... Ой, новый танк Шарль 42. Только не понимаю, а что это сейчас у половины команды КПД не отображается? Это глюк ХВМа. Г1Р. Гор! Да Гор. нет, гир. Г1Р. Под нами. Новый танк. Бордир. Гир теперь. А, ну это БДР тот же, да. Только он шире. Бордип. Но они типа экраны добавились. А куда там эта новая линейка? На СТшке, по-моему, или на тяге? Хрен ее знает, блин, я даже не смотрел. Потому что можно что-то прокинуть быстро, свободку, докататься. Кто знает, может, можно. Мне ж фармить надо, скоро будет акция, я хочу это купить в Ромбере. А, кстати, ивент на глобальной карте, который будет за X5, будет на 8 уровне, и скоро. В мае, либо в июне это будет. А может еще позже, хрен его знает. Слушай, какой-то хреновый сервак мы выбрали, 100 пинга, короче. Меня 140, мне нормально. Действительно. Должно быть 20. Главное шифтовать. Ой, привет, мой маленький. Ой, спасибо за стальную стену. Не стену, они этот невозмутимый, по-моему. Возмущенный. Пробиваем. Великий уравнитель. Эти здесь две КВХи. Это с руки-то моды сделали тебе сразу в этом. В бою Вот показывает. ты падла фугасная. Сделали какой-то мод новый с красивый, что в бою сразу показывает какую-то медальку заработал. Да? Не, я это видел. Я у кого-то заметил, мне понравилось. Ой. Давай сушку, как говорится, там под сосня. Кусты давай. Да, вижу. Я там что-то повредил. Все, О, разрядили. хорош. О, давай. А, пидора фугасного надо валить. Что хоть ты нету? На, уйди. Противный. А тебе мы сюда выстрелим. Стреляет ему под башню. Я ему не попадаю. О, попал. Сгорел, ублюдок. Кто-то меня разворачивает. Сейчас он будет плакать, что мы голдострелы, а он такой Я святой. против него башни. ББхи же вблизи лучше входят. Хрен его знает. Если не пробил. Был слишком большой. Ладно. А! Неудачно подставился. Хотел тебя попасть, и попал в меня. Ладно, мать вашу. У меня что, на гусле решил держать всю эту жизнь? Хай держит. Эти фугасами тебя что ли добить, я не пойму. Нет, там нужно выцелить место какое-то, самое стабильное. Не, ну мы их так бодренько раскидали. Ты подумал, что у нас Черчилль есть скорострельный. Ну, если кто-то умеет на нем играть. Ну он явно умеет.
Вы что-то как-то неправильно немножко на гусле держит. Блин, мне одного надо было. Ну. Было бы медалька. Блин, так круто раскидали по фрагам. Отлично фармил, надо похлопать. Вообще супер. О, а тебе там что дали? Асимово. Ну, тоже прикольно. Плюс дачу еще поджигателя дали. Он там что, курить ушел, что ли? Сидели, короче, на этом стриме еще анекдоты читали. Ну ты ж видел, наверное, да? А, сегодня анекдоты слышал. Какие? Значит, знаешь, почему у американских полицейских фуражки восьмиугольные, а у наших шестиугольные? Не знаю. Потому что их еще ключом можно закручивать, а у наших резьба сорвалась. Да. Как вас зовут? Роман. Лёша и Серёжа, блин. Наши имена слишком популярны, чтобы их называть. Лёв и Мурозох, короче, да. Сейчас напишу ему. Пиши, отожди. Анонимы. Как-то нас тут много на центре. Значит, направо поедем. Ну, уже поздно, я тут уже заехал. Не, ну, отсюда, направо, да. Отсюда поедем вниз направо. Это говно, голду залетел. Что ты во вторник будешь делать? Во вторник? Ну, наверное, приду на твой день рождения. Или водиться будешь? Водиться? Ну, как позвонит автоинструктор, я не знаю. Я, наверное, перенесу, если он скажет во вторник приходить. Чувак, дай проехать. Чувак хочет разобраться об них. В одного. В одно лицо? Проезжай, проезжай, все. Застой у нас. Не создавайте препятствия для движения. Ой-ой, какие у меня эти дергания танка. О-о-о! Братец-кролик. ДВ-2 твой. Ковенантер мой, он, блядь, голдой меня пробил. Два раза. Я хэвика разберу. Хотя по Магдору постреляю. Сзади Ковенантер еще. Ты один хэви теперь не пробивается в кото. Такой смешной, блин. Подожди, крою нашего. О, давай направо, я же говорю. Вот этих двух. За щеканцев, да? Ладно, сам справишься. Справишься? Куда же я, блядь, денусь? Попёрся, ладно. О! Подловил пацана. Это хайлайт, короче, стрима. Но? А они все там, блядь. Там уже бог дип. Проезжай. Это гир. Я, наверное, за ДВ-2 поеду. Это Г1Р, это гир, топ гир. Их. Ну ёбаный Б1, ну свали ты отсюда. Можно я просто промолчу? Разберите того петуха, блин, на КВ-1. А он чё, в тебя стреляет? Нет, блядь, не стреляет. Так мы не там вообще, мы на базу едем. Сука, ну свалите вы уже за щеканцы, блин, оба. Блять, ёбаный Б1, пошел ты. А что же Юра делает в Амстердаме?
травку курит и шлюх ебет. Живет, что ли? Не, я так, поехал на две недельки отдохнуть. На две? На две недельки. Так? Свихтухана чисто снял, пацана. Что там, Валентина убить не можете? Нет, в меня КВ выстрелил, так я смотрю, где он там. А сейчас будет в меня. Фига он вперед поехал. Хотя нет. Ну сейчас его попробую объехать тут, сбоку. Опять Черчилль 4 фрага. Да, кстати, 4 фрага он сделал. Я тоже 4. Кто его снял? Не знаю, какой-то мелкий там, ПТшка. Что, все-таки решил захватчика взять, да? Да, не, уже не возьму. По-моему, там при 80% захвата дается медалька эта. Не надо захват. Он, короче, там заанализился и вылазить не собирается, наверное. Ну, нормально, тоже получается 8. Ну, ладно. Так. Ой, у него 48,6% побед. Чё ж ты мне об этом не сказал? Ну, я же тебе сказал, что желтый, блин, 49, по-моему, 48 там отображалось. Да, блядь, друзья, мне хочешь добавить. Ну фиг с этой статуей, блин, нормально вроде не сливается там. У него 51,15, 21,389 боев. И вот зарегистрирован 9 февраля 2012 года. Ну пофиг, пока ездит с нами, прикрывает. Значит, все хорошо. Оп. Старший умный был детина, средний был и так. Че, сразу налево подаем, да? У них только один твинк на Т-67. Только чуть повыше. Тип с ком... с комсы. Да. Элементарно, Ватсон. Когда ты себе машину приобретешь? Автомобиль. В следующем месяце. Или поедем на поле чудес зарабатывать. Главный приз автомобиль. Вонючая там Лада. Тебе пойдет. Знаешь, сколько, за сколько новую Ладу можно продать? Минимум 10 тысяч. Да не, какой 10 тысяч, она стоит штук 6-5. Новая я. Под десятку стоит, что? Ой. А, ну может современная, там не ВАЗ-2110, там какой-нибудь. Ну, видел такие, как современные стали как новые делать с Лады. Да я раньше помню, когда последний раз смотрел «Поле чудес», такое говно разыгрывали. И главный приз — автомобиль! Этот с усиками такой. Автомобиль с усиками? Не, автомобиль без усиков. Жук, что ли? Сегодня, кстати, видел майского жука. Сегодня? Такой большой летает, такой бомбовоз такой. Что это? Или это шмель был? Хрен пойми. Он летал, блин, что-то стрёмно стало. Там уже на позиции кто-то. О! Гам-2. Парам-рам-рам. Так. О, еще кто-то. Надо мне оперативки докупить. Надо. Так считаю. Когда ты созреешь? В следующем месяце созрею. Денег нету. Я вам тебе видеокарту буду брать. Скоро. Вот бы у меня YouTube канал был большой, я бы создал бы такой, знаешь, кошелек электронный, там люди любят скидываться.
так нормальный комп соберешь, будешь больше видео делать. Не пробил. Конечно. Я же говорю, что я тебе буду видеокарту брать в понедельник. О, хрена. У тебя же день рождения. Ну, чтобы так, на запас. О. Потому что пока дешево отдаю. Что-то нашего чачеля как-то забрали по-быгам. Надо брать пока. А там Т-67. Блять, слышь? Надо быстрее давить, пока нашу базу не взяли, я тебе вот что скажу. Надо. Надо через центр на базу вернуться, вот что. Тебе уже сдоганить его. Я голду не пробивал. Нормально. Сука, ебаная ахта. Ну вот там, короче, в самом конце стоит. Вторая еще. Бишет сразу. А не, это не бишет. Странно. Тихо, погнали. Тихо, погнали, короче. Быстренько на захват. Эх, не уберег. Так, там мелочь едет, не отвлекайся, надо в базу встать быстрее. Я не отвлекаюсь, если что, так на ходу буду стрелять. Я ж думаю, тебе 3-гиговой видюхи хватит. Ж хватит. Не, видюха, блин, я ж оперативку хотел. Нет, я вообще говорю. Да вроде должно хватить. Ну, конечно, лучше на 4, чтобы было. Бля. Попал по этому мудаку. О, хера. Ладно, берите, я на него поеду, чтобы он вас не светил. Там еще один. На тебе. Череп. О. Ах так, красава. Арта там, внизу. И берите, добейте. Я еду. А, и ехать добивать, конечно, не брать. Они же там, блин, мы ж не успеем. Я еду добивать, чё? Все нормально. Все честно. Все. Победа. Угу. Он эхтопидок. Арта умная. Хай бежит, боится. Валить по-быстрому, но он решил не сваливать. Видишь, как говорит, успел, тот опоздал. Что-то я мало вообще, 482. Денис. Четырнадцать из 19. Походу, то, что я там еще играл. Ебать, какие они все красные. Просто я не знаю, хоть ты. Как раки вареные. Опять в топе, я же говорю, сервер такой заколдован. Угу. Не, ну да, хорошо. А, такой с 5-го левел на взводе я бы выгнал такого. Можно запретить хотя бы. Напиши ему теперь ты. D2. C2, просто квадрат покажу и все ему. Не надо показывать, просто все начинают переться за нами. Я поэтому в чат пишу. У меня научился, ты же раньше показывал, я тебе говорил наоборот, пиши в чат. Ну а сейчас проще в чат писать, сейчас же этот... взводный. Ну да. Когда его вели, по-моему, уже год вели на взводный чат. Или раньше? Нет. Год, может полтора. Примерно вот тоже так думаю. Раньше приходилось там в скайпе говорить так квадрат. Либо тыкать реально. А ты слышал, вот есть же в мире танков система там забанить, да? Допустим, там. Пожаловаться, там оскорбление и провокации.
Wargaming уже предложили сделать систему, там, допустим, одобрения, то есть лайк поставил чуваку. Слышь, блядь, что-то как-то наш оторвался от стада нашего. Пойду-ка я сейчас помогу ему. Он на угол поехал, правильно, дистанция. Там квас, блин, Давай короче, ко и мне, КВ да? первый. Хотя ладно, ты едь в класс. Помогу ему тут уже, блин, тем более, что подъеду потом к тебе. А, квас там даже не Да топовый. все, Я думал, там с фугасницей. разгром. День Капитулируйте. Победы, все. Этот праздник наебали как могли. Какой-то он, блядь, умный. Слишком умный, чтобы оставаться еще хоть минуту в поле боя. Ой, надо ремкомплект ставить на этот КВ, потому что меня бесит гусеница по 7 секунд, или сколько там, 6. А потом говорить такое, типа, а, у тебя долго гусеница чинится, ты вообще лошага не Тебя вообще умеешь долго чинится, у экипаж тебя ремонт прокачивать. последним стоит. По-моему. Последним? Какая разница, в какой очередности Потому стоит? что он у тебя качается еще. Хрен его знает, я не помню, блин, надо посмотреть сейчас в Если он ангаре, что он там. качается, то минимум у тебя 7 секунд. А потом 6. Я там и так, блин, чуть ли не генерал сидит У там меня, за по-моему, рулем. 5 или 6, как обычно на тебя. Вот аналогично там. Ну вот КД у этой, как ее, у американцев у этой, у французской орды премиумной, по-моему, 7 секунд примерно. Ну. ПВ. А, у француза Да, этого? которая бесит вечно. Меня больше бесит вечно этот ФВ мелкий. 304. Так он на 6 уровне, а на 5 еще лучше этот. Нельзя, блин, арту как минимум 10 секунд нужно давать ей. КД. Наш поехал сбивать. Ставим пушки вверх, подписываемся на канал, да? Что все, кто смотрит, подписывайтесь. Обязательно запиздячьте лайк. Такой побольше. Посмощнее. Но не делайте как 34-ка сейчас. Блин, Че там чувак, блин, увлекается своим не пулеметом? успели базу захватить. Ну, командному. Даже кролик пишет. Сорян. Погнали. Ваши права. Вот, держите. Ой, у вас что-то с Мои права. фотографией не в порядке. А, вот он я, третий справа. Иди справа. Ты здесь? Я здесь, блин. На фотографиях запрещено более одного человека размещать. Ёбаных 5 месяцев отходил. Не пять. Пять! Май это 6-й будет месяц. А время быстро летит, да? Зимой еще начал ходить туда. Сначала реально думал, что будут 3 месяца всего учиться, а нихера, оказывается 6. А что если ты пойдешь, ты будешь 6 месяцев учиться? Нет? Как 220-го. Слушай, я что-то забыл, что-то давненько этих вопросов не было, как он? Недавно были. Давно были. С последним видео полно было. Сегодня, походу, не урожай.
Все какие-то ленивые сегодня. Воскресенье. Тебе во сколько подходить? К часу. Час, ну окей, я наберу, короче. Ну что, давай давим тут. У них, в принципе, они оранжевые. Перемешку с желтым. Чувака, 39 тысяч боями сняли первым. Вообще как психи врываемся тут. ВТ-7 офигел сейчас. Надеюсь, наши тылы прикрывают надежно. Я лучше М4 не буду так поворачиваться. Чего? Он же это не пробьет так быстро. Пробьет, это блин. Не тот М4, это прием. У меня в ангаре ж такой стоит, ты даже его не тестил. Что за 1000? Хрен его пробьешь. А вот теперь он меня пробил. Ладно, я тебя закрываю. Ой, я поджег КВ, нормально. Как-то пидораса пробить, что-то... Ладно, я поеду к нему, туда разберусь. Здесь не пробил. Кашет. Но он крепкий. Я знаю, что крепкий, блин, у него... У него башня картонная. Ага. У него ж маска там это. В эту маску еще пока попадешь, тем более он двигается. Всего 29 дамага нанес. Пиздец, да? Главное, что мы их это внезапно. Ну, внезапно поимели. К обороне приготовились. Их не спасет оборона. Муравей. Я убил муравья. Я его просто прихлопнул. Раздавил как букашку. Ну, сведение, не подведи меня. О. Бам. Второе. Владимир, Владимир, Владимир. Я тебя, а ты меня, нифига. Помнишь? С тобой мы с тобой ничего. Блин, найти посмотреть, это уже давно не видел. Такой, знаешь, вирусный ролик в свое время был. Почему? Просмотров много было и, короче, распиарился. Популярный был. Буквально там на пару недель. GTA 5 прошел? Нет. Да мне лень сейчас ее переустанавливать с этим гребаным ланчером. Блин, вообще. Тебе надо, короче, на диске будет притащить свою версию. Ну я так тоже думаю, что это лучше на диске. Мне, короче, башню пытается выцепить. КВ. Я его не пробиваю в башню, сейчас буду этим пугаться. Падла. Не. Сука. Башню 34-ка выцеливаю. Я его за черчилем туда спрячусь тут. ПК этот на захвате, бояться не стоит. Хуяси. Башню выцеливает, как у него стата? Да он оранжевый, как... Он со шкухами, наверное, играет. С автоприцелом. На!
Успокойся и забудь об этом. Наши съехали вообще с захвата. Молодцы. А если бы он попал по мне и сбил бы, то мы его слили бы, если бы он попал по мне и сбил. Рискну, я тебе скажу. Давай еще один бой, чтоб победный был. Обязательно. А Черчилля решил? Двойной снять надо. Давай, сними. Слушай, я не понимаю, зачем они такую хрень с ангаром сделали? Они что, типа задний фон не дорисовали и решили так закрепить камеру? А, типа не дают развернуться? Да. А, точно. Они, походу, задний фон просто не дорисовали и подумали. Да, сделали. Не, прикольно-прикольно, но как-то непривычно и как-то, блин, бесит даже. Потеряно. Ну, поехали вдвоем. Хрен с ним, поехали. Можешь вытянуло. О! Первый бой шестерка. Ну. Сейчас чувствую, пойдет неудача у нас. Хотя у нас 75% на победу. О, не статисты, что ли? Ну, как тебе объяснить? Мы вытягиваем стату. Получается. У нас тоже оранжевый там, за это. Так что надо акты беречься. Она будет нас выцеливать. Потому что радует, у него ХВМа нету. Хрен его знает. Этим подожмемся направо. И почему мне все никак вторую звезду не дадут? А это баг с этой фигней, сказали уже. Какой там баг? Вторую? А, ну с начислением звезд баг. Мне третью не могут дать. Там говорили, что с третьей именно проблема. Мне вторую не могут дать, я вроде нормально стреляю, не мажу там. Потом дать, когда исправят. Хотя там нужно поймать. Их там сейчас немного провести. Если, блин, не тысячу. Ну я так и знал, что пацана выбросило. Ну ждать мы его уже не стали. У нас тут серия. Горит и пышет. Блин, подрезают все. Вообще охренели. Правее есть. С первого ряда налево перестраиваются, блядь. Знаешь, у нас КВ дебил, блин, своего минусанул. Ехал такой, блин, поднял пушку вверх. А, понятно. Короче, дай этому имбецилу бан. Деспективное поведение. Эти 28-го с фехтухана снял. Слушай, мне тут Ариэлька. Правитель, он не правитель, он черный властелин. Хотел написать Путин, ну да ладно, сейчас бы срать начался. Путин. Ты мне в БК попал, пидор. Боже. 5-3, давай продаем, давай голду сразу и в башню. Там Бурдип и Ариэль 44. Немножко так как-то в Ариэле. Ладно, давай. Бух, 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 и все, и готово. По щечкам, дай ему. Ну, Ариэлька. Ты где? Сейчас будет советский блок против французского. Блять, ладно, надо было в башню ему стрелять все-таки. В башню идет. Не пробил, блять. Мне что-то не идет. Не, он... ПВХами не идет. Надо БДР сначала. Эх.
ХП просто так не теряй. Пробил, блядь, БДРа. А Хелка стоит сзади, подсасывает. Нормальный поц вообще. Пробил. Як Панцева меня лупит. Как посмел. А это фугасник, надо его быстро. Отлично. А? Слышь, мне панзер не пробил-то четвертый. Он в меня сначала стрелял, он где-то справа. Где-то там он стоит, сейчас не светится. О! Сковородка, блин. Этого голдой надо пробивать. Были статисты и не стало статистов. Сейчас еще арту дожмем. О! Что, ФВ, настало твой черед страдать. Да? Чё ты ему там сломал? Походу позвоночник. А, захват базы быстро. А, мы должны успеть. Пушку опусти, чтобы это воздух там. Слипстрим шел, все дела. Тогда уже, знаешь, походное положение пушку перевести. А, в GTA, кстати, пушкой можно как бы протыкать машины и вертеть их на пушке. Да, прикольно. Там, короче, ствол материализирован. Прикольно, не знал такого. Повыбивать, допустим, в магазине, там, на танке. Ну не все они разбиваются, по-моему. В машине можно. Классно, кстати, стекла разбивать. То есть выстрелил, кусок какой-то вылетел, и потом уже можно все куски руками выбить. Или пистолет. Прикольно. Ну что, ладно, давай еще один бой и... То есть там красиво все это и хватит. Excelsior. Я свободный опыт коплю. Мать вашу. Я тоже коплю, у меня сейчас 17 штук. У меня 20 692. Мне главное на каждом танке X2 снимать, больше свободного будет. Возможно, возможно. Полина... Хэми 228, боже. Короче, все красные. Так, а чё ты на ИБЗ забил? Или ждёшь, пока они их подправят? Я не могу это выполнить. Что там не можешь выполнить? На СТ там не можешь, на легких танках. Сел на 1390-ка, выполнил там все ИБЗ на легком. Сел на арту, выполнил там, допустим, на арте. Не, если так сидеть взводом напрячься, то можно выполнить их. Это уже совсем другая история, да? На чем еще будешь снимать двойной? Ты ему квадрат показал? А, ну пусть за нами едет. Да он за нами ездит. Он же сёк фишку. Сейчас мы ему статку-то подымем. До нормального уровня. Хотя, у меня столько тысяч боев. 15 тысяч. Придется долго делать. Чё, давим сразу? Ой, тут пазик. Так, понятно. Только как-то я не попал. Пазик для фугаса. Радиста мне выбил. Ублюдок. Я вот... О, ребята, я пошутил. Я тоже, давай я к тебе. Хотя нет, назад, назад.
Пошли вы в пень. С вашими. Меня Матильда голдой лупит. Офигеть. Боёк. Сейчас буду бортовать. А я-то не по борту, у меня борт картонный, да, по-моему, 20 миллиметров. Чё ёбаный Олег-то меня всадил? Чё, блин, это, и скорострельность никакая по сравнению с Черчиллем. Всё, съебнул пацан. А! Падла фугасная. А чё едет на меня такое интересное? Охренеть! Приехал пацан с голды мне в бок влупил. Ладно. Можешь поздравить меня с первой смертью. Все, назад, скатывайся отсюда, нахрен. А смысл? Я-то их могу добрать. Тогда бери их, отомсти, так сказать. Пидора на голде с ними. Не пробил. Сейчас пазик выйдет. Осторожно. О. Все, с меня хватит. Ясен красен. Не выйдет ничего. Да не лезь ты на него, он тебя просто в щеку влупит своей этой глушилы. Или какую-то хрень непонятную на 5-м уровне. КВ первый наш, рачок. 42% побед. Нет, тут тебе надо лежать, короче, посрочнее, потом на базу возвращаться. Понятно. Ясно, короче. Первый бой слили. Ладно, я думаю, на этом... Танк просто ужасным стал. Да. Ладно, я думаю, на этом серию я закончу. Ставим, короче, лайк, подписываемся на канал. И с вами был Зазепа и Капкан. Пока. Да.